Правда ли, что Лев Толстой сам писал рукописи всех своих произведений? На самом деле обидно, я 8 раз переписывал, вы не хотите один раз прочитать. Серьезно, моя жена нас вообще раздраконила, потому что, ну, она все это вручную под мою диктовку записывала. Капец, ну вы бесите, у вас, значит, комменты писать на горшке время есть, а классику почитать нет.